Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, геометрия 7 класс, автор Мерзляк, задание 378. Может ли внешний угол треугольника быть меньше смежного с ним угла треугольника? В случае утвердительного ответа укажите вид треугольника. Вспоминаем определение. Внешний угол треугольника – это угол смежный с одним из углов треугольника. Тогда давайте построим два смежных угла. Проведем прямую, на ней отметим точку и построим луч. Вот А, прямая BC и AD луч. Таким образом мы построили два смежных угла. Угол DAB и DAC. Из двух смежных углов, если, конечно, они не равны друг другу, один острый, а один тупой. Ну и на нашем чертеже угол DAC острый, а угол DAB тупой. Если мы будем считать, что угол DAC – это внешний угол, то можно ли построить треугольник, чтобы его углом был угол DAB? Конечно, можно. Вот так мы проведем отрезок, даже обозначим точку вот эту N и получим треугольник DAN. И тогда запишем, что угол DAC – DAC внешний угол для треугольника DAN. Причем угол DAC, как мы видим, он острый, значит меньше 90 градусов, и угол DAC меньше угла DAN, а вот угол DAN, он обязательно тупой. В противном случае сумма не будет равна 180 градусам, а эти углы внешние, эти углы смежные, сумма смежных всегда равна 180 градусам. Таким образом, наш ответ на вопрос задания – да, внешний угол треугольника может быть меньше смежного с ним угла треугольника. И теперь нам нужно ответить, каким же каков вид этого треугольника, для которого угол DAC внешний. Ну, поскольку угол DAN – это тупой угол больше 90 градусов, то треугольник DAN – тупоугольный. Ну, давайте запишем ответ. Итак, на вопрос задания мы отвечаем «Да, такое может быть, и при этом треугольник, о котором говорится, тупоугольный». Задание выполнено, и если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.